это закончилось. Сертификация всякая была. Разве не было? Необычные календари поступили в продажу в Москве и других городах России. На них изображен президент Владимир Путин. По фотографии на каждый месяц. Целый год с президентом. Как простые россияне относятся к новинке, попытались выяснить журналисты. Кто-то спрашивает, кто-то смеется, кто-то недоволен, очень много недовольных. Весной 2018 года в России пройдут президентские выборы, и подготовка к ним, судя по всему, идет полным ходом. Нет, мне эта тема не интересна. А кто это делает? Не знаю, пиар-группа, наверное. Хороший вопрос. А вы бы повесили к себе его? У меня в другом стиле квартиру сделали. Напомним, что президент Владимир Путин официально пока не объявлял о своем участии в выборах. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что это лишь вопрос времени.